Проект сотрудника Казанского федерального университета Ильи Попова «Good Surfing. Сервис путешествий со смыслом» получил премию Русского географического общества в номинации «Лучший молодежный проект». В торжественной церемонии вручения премии в Кремле приняли участие президент России Владимир Путин и министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу. Проект также ранее был отмечен в номинации «Говорит волонтер» ежегодной премии «Доброволец России-2018». «Good Surfing» — это способ путешествовать с наименьшими издержками и при этом делать по-настоящему важное дело. Good Surfing изначально это сообщество выездных волонтеров, то есть волонтеров, которые путешествуют и помогают, путешествия со смыслом. Кроме всего прочего, это сейчас некоммерческая организация и инфраструктурный проект, который дает программное обеспечение и возможность связать сторону, которая принимает волонтеров, которая хочет привлечь их для своей деятельности, и самих волонтеров. Он включает в себя любой вид волонтерства. Культурные образовательные обмены, археологические, этнографические, географические и любые другие экспедиции, в которых может принять участие любой желающий. Проект предполагает работу в науке, преподавании, культуре и спорте. Также участники занимаются деятельностью в заповедниках и национальных парках, фермах, а также проводят работу с детьми. В многих экспедициях, кроме археологических, люди помогают, то есть там это этнографические, это биологические и так далее, помощь. Но и на самом деле это образовательный процесс еще, вовлечение людей в научную деятельность. Многие из этих ребят, я знаю, начинают потихонечку вот уходить в науку, работать уже в этой деятельности и так далее. Участников сообщества объединяет желание путешествовать, узнавать ближе других людей и страны. Спектр задач и действий огромный. Многие этим занимаются, потому что либо хотят какой-то приобщиться к какой-то профессии, лучше всего начать это с волонтерской деятельности, либо многие просто нужны приключения, и это очень интересно, осваивать какую-то новую деятельность и путешествовать по миру, и делать какие-то добрые дела, понимать, что это нужно кому-то и чем-то ты помогаешь. Проект также существует как средство массовой информации и подготавливает материалы по направлениям своей работы, являясь первым в России журналом о волонтерстве. Артем Тупичкин, Виолетта Басова, Универньюз.